Алло. Андрей. Звонил шеф. Едем с тобой в пятницу в Упорой. Куда едем? В деревню, помнишь, я тебе про нее рассказывал? Будем нам с тобой снимать репортаж про местный фольклор. У меня там как раз бабкин дом остался. Будет где нам с тобой переночевать. Так что будем работать, не спеша. Приезжай к часу дня. Маршрутки из города от рынка каждые полчаса отходят. Я тебя там в Кокино встречу. Ну и где этот Тимофей? Похороны у вас тут недавно были? Было дело пару деньков назад. Ну а напарник твой объявился? Порой я правильно? Мой тебе совет. Лучше утром идти. Да, конечно, туда пойдешь, не забудешь.